Волонтерам молодежного крыла Народного фронта вручили награды за помощь участникам спецоперации и их семьям. От Республики Коми ее получила Дарья Крепышева. Координатор молодежного крыла Народного фронта в нашем регионе получила сертификат в Центре специальной подготовки тактической медицины, после чего вместе с волонтерами-инструкторами выехала в зону спецоперации и обучила навыкам тактической медицины свыше 1500 бойцов. Сейчас Дарья обучает навыкам полевой медицины жителей своей республики, студентов и общественников. Награду волонтеры получали из рук первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко на площадке международной выставки «Форум Россия» в Москве, где подвели итоги двухлетней работы благотворительного фонда «Народный фронт. Все для победы».